Девятая школа Каменки – фаворит турнира. Команда играет на родном паркете. Ребят, тренер настроил на победу в каждой отдельной игре. Соперники отдавать победу не хотели и на фаворитов настроились соответствующим образом. Поэтому стартовый матч «Локобаскета» получился зрелищным и упорным. Особо выделялся на площадке игрок 9-й школы Арсений Мечков. Ну, я не считаю, сколько я забиваю, но достаточно много. Но команда тоже влияет, много забивает. Я считаю, что нужна командная игра, настроить тренера, перестать бояться каких-то соперников и тренироваться больше. Тренер 9-й школы Каменки Азат Кулиев поставил цель своим подопечным сделать на турнире золотой дубль. Победить должны и мальчики, и девочки. Ну, наша команда, она сборная, но занимается, самое большее у меня Мечков занимается уже с 3-го класса. А остальные уже года 2-3. И, конечно, это недостаточно, но за это мы ведем постоянные тренировки без выходных почти. Школьный турнир «Локобаскет» в Пензенской области проходит в 3-й раз. В нем участвуют спортсмены не старше 16 лет. Это аналог уже давно прижившегося в регионе КС-баскета и направлен на развитие детского баскетбола в стране. Участвуют команды юношей школы номер 7 города Каменки, школы номер 9 города Каменка, из Свердловска и из Вадинска. У девушек представлены команды села Кургановка Каменского района, школа номер 9 города Каменки, также Свердловск и из Вадинска девушки. По итогу баскетболисты 9-й школы достигли цели и заняли первые места и в мужских, и в женских соревнованиях. Следующий этап областной. На нем спортсмены выступят 6 и 7 февраля.